Костя, я тебя приветствую на нашей базе. Спасибо большое. Чувствую себя здесь как дома. Хорошо. Сейчас у нас через 5 минут начнется тренировка. Посмотри ее, а потом я тебе покажу нашу прекрасную базу. Все, хорошо, будем ждать. Ребята все знают, кому что надо, какие мышцы нужно подкачать, поработать. Но чаще всего это, конечно же, разминка. Кто-то делает, чтобы там не получить травмы. Это очень хорошо, разогреть мышцы. Все, идемте дальше. Здесь, я думаю, все понятно. Сауна, бассейн. Ребята, кто травмирован, плюс там аппараты специальные восстанавливаются. Просто там сейчас ребята как раз массируются. Не пойдем туда. Сейчас я покажу комнату, где мы отдыхаем. Здесь мы собираемся смотреть глобальные матчи, то есть Лига чемпионов. Спокойно садимся и смотрим. Хоккей, футболы. Ну, всем, конечно, мест не хватает, кто-то на полу садится. Ну, любим тоже эту комнату. Посидеть вечерами, чайку попить, футбол посмотреть. Вот здесь мы рассаживаемся. Здесь нам включают видео. Разбираем соперника. Разбираем, смотрим видео после игры, наши игры, смотрим соперника. Перегрузит, то есть, ну, много всяких разборов. Третий этаж. Здесь надо тихонечко себя вести, потому что здесь тренерский штаб. Здесь у нас профессора бильярда. Я к ним не отношусь. Одно из развлечений. Можем. Ну да. Собраться. Вот здесь я сплю перед играми. Восстанавливаю. Каждый раз в них тяжело будет собираешь. Да? Ну, каждый раз играю в Адидасе. А модель меняется. Наконец-то то самое место, где мы питаемся. Светуль, привет! Привет! Бойца привел, накормите? Да? Не-не-не, ты накладывай, мы подождем. У нас вот обязательно первые здесь, много гарниров, рис. Макароны, которые футболисты часто едят, картошка, мясо, курица, рыба, много овощей. Тебе приятного аппетита, было приятно с тобой познакомиться. Тоже очень приятно. Надеюсь, все понравилось и давай в дальнейшем, надеюсь, еще увидимся. Сегодня я побывал на базе футбольного клуба «Локомотив», где я узнал, как футболисты тренируются, как разминаются, какие упражнения выполняют. Благодаря акции «Adidas» «Невозможно, возможно», где я стал победителем, я узнал, как это все делается, и я очень рад, что побывал на этой базе. И еще бы хотел бы оказаться здесь.